А, вот, кстати, один минус. Один минус. У нас команда. Ой, боже, какая овца тут это делает. Прикинь, меня ЛТшка выталкивает. Отличный тяжик. Отличный тяжик. Мощный, крепкий. Господи. Какое же дерьмо в это играет. И какое же дерьмо мой танк. Одновременно в одном бою. Так, говно приехало. Это отлично. Глушить хоть не будет потом. Они меня могут убить только с двух сторон. Если одновременно с ледника придут. И вот здесь. Ваншотный Хелкат теперь. И два типа. Один из них ваншотный. У одного 300, у другого 80. 4 удара. А они привезут два барабана. Там 115, по-моему, альфа. Или сколько-то, 120, я не помню. По три пульки. То есть 6 пулек. И в теории, если одна хотя бы не пробьется, я их барабаны переживаю. Сразу два. Чисто в теории. Но, скорее всего, нет. Хотя, может, вы и правы. Вдруг они реально додики. Го проверим. Странно, что долго тупят. Были бы не додики, пытались бы. Ой, я плохо что промазал. Не дал. А, вот второй сзади, отлично. Что? Вот это обидно было. Черт, я умер. Ой, вот это была ошибочка, конечно. Они оказались не додиками, я просто немножко в тайминг не попал. Упс. Фугасы? Что-то я его переоценил. Балбесы, блин, на шкодах. 30 раз можно меня было победить.